Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Сидорович, председатель Международного общественного объединения Союза блогеров. И у меня для вас хорошая новость. 30 октября состоится наша первая выездная встреча с единомышленниками, общественными и гражданскими активистами и нашими подписчиками в рамках Дня открытых дверей у Союза блогеров. Первый город – Брест. Именно там впервые была озвучена идея создания Союза блогеров в Брестской крепости. В рамках нашей встречи мы готовы рассказать о новом медиасообществе как Союз блогеров, презентовать наши проекты, а также ответить на все вопросы по деятельности Союза, а также наладить и укрепить партнерские отношения с медиа-активистами для защиты интересов Республики Беларусь в информационном пространстве. Дорогие друзья, мы приглашаем вас 30 октября с 10 до 12.00 по адресу. Город Брест, улица Крупская, 16, гостиница «Веста». Приходите, мы открыты к общению. После завершения мероприятия мы приглашаем всех желающих для совместной экскурсии по Брестской крепости и не только. Записаться на нашу встречу можно по номеру в Telegram. Плюс 375-29-169-36-86. Татьяна, приходите. До встречи. Всего доброго.